I have arrived to the town of Hojniki. Let us walk along the main street of the town of Hojniki. This is Karl Marx Street, house 20, a three-story apartment complex. Karl Marx Street 18.
I'm a little bit tired of ruins. On the way between Bragin and Honiki, I saw one village, Rudakova. This village is full of big buildings, dilapidated and abandoned, but it is too late because of the sun. There are many trees and it is very dark there to filming the village of Rudakova. And I decided to arrive in Honiki, which is about 8 kilometers from the place, and it is better to video Honiki in the evening sun. It is very pleasant to look on clean streets and park in good condition. What a lovely building. It is written that the museum is here. It works until 18 o'clock, but now it is 18:45. So it's closed now. Здрасте. Здравствуйте. Закрыто, да? Ну, у нас летняя площадка должна быть, мы работаем пока что, вы хотели. А, работаете, да? Ну, с детьми, если дети там живут, мы играем с ними. А, ясно. Тут же вход уже платный, да, здесь? Ну, да. Ну, вот у нас все цены показывают. Ага. И это какой? Здесь, скажите, Троеческая и Чернобыльская. Полтора рубля вход без экскурсии, одна экспедиция. Ага. 1,5 рубля вход. Да. Ясно. А что здесь вот 10 рублей? Тут 10 рублей написано. Вот. Это лекционное обслуживание ГБУГОР. А, ясно. И можно в двери заходить будет, а там погулять? Или... Ну, конечно. А, хорошо. Да, давайте. Единственное, что у меня деньги вот там в рюкзаке. Может, на обратном пути заплачу? Я... Ну, давайте я так выключу. Да, я на обратном пути заплачу обязательно. Уже раз снимаю, сейчас не буду уже все это вот сворачивать. У нас просто касса уже выключена, потому что рабочий день окончен. Ясно. Сейчас обед прикрою, чтобы не... Да, хорошо. Спасибо.
Да, спасибо. Ой, какой большой. Ну, землю сдали, мам. Да. Красиво такие вот. Вы турист, да? Путешественник? Да, канал есть свой, да. Если интересно, что-то можете спрашивать. Спасибо. Канал, в общем-то, на английском языке, но не важно. Главное показать, что здесь есть. Вы с другой стороны приехали? Не, я из Гомеля. А, из Гомеля? Да. Просто обычно я по Азии езжу, а сейчас у нас перелеты закрыты. Ну, да. Так вот, мотоцикл купил. Весь на истории покорять. Да. Тоже хорошо. Интересно. Ой, здесь серьезно. Ручники, да. У вас немало экспонатов. Что? Немало экспонатов, я смотрю. Да, прилично. Собрали. Угу. Люди приносили тоже. Самовары. Красота. Меха у нас тоже редкие, а таких него немного еще осталось. Они еще в хорошем состоянии, кожаные. А что это? Это для чего? Кузнецы использовали для усиления горения. Ясно. Вот как. Семейный быт. Ну да, поставлен, показано, как дома были обставлены. Угу. Все из дерева своими руками. Дети канапу называют диваном просто. Угу. Визуально похож. Только что это из дерева, а сейчас какие только не захочешь. Угу. Мне сильно повезло. Да, повезло. Индивидуальная экскурсия. У нас пятница, суббота просто для детей, если кто-то там, детей нет, детей гуляют, они могут зайти к нам, мы с ними поиграем. Понятно. Здорово. Не ожидал я в музей попасть. Даже Борисовщине еще усадьба, ну фрагменты усадьбы, которые сохранились. В Рудакове еще, но там немножко вот, все похуже. Я сейчас ехал с Брагина, я заезжал до Рудакова в одно поселение выселенное, там церковь такая деревянная, святый крест 17-го года. Угу. Там уже крест 17-го года, а как же деревня называется? На букву О называется деревня, забыл ее название. Ой, на О. Да, она выселена. Косов в другой стороне. Она между... Косов тоже выселен, но он в другой стороне, по-моему. Нет. Там машины ехали. Что вы тут делаете? Это я уже заехал в зону Полесского радиологического заповедника. Да. Вот. Ну, проехал, там такая церковь. Она и клубом до этого была очень большая, красивая. У нас в Борисовщине вот ездят много туристов, там на Порновашне. Ну, так почти сохранилось, внутри только. В Рудаков я заехал, но уже темновато, поэтому я туда уехал, я уже там не стал. Там найти сложно немножко, там нет, заросло. Я заехал, видно все. Увидели? Да, но просто я уже не стал снимать, потому что это надо было раньше ехать. Или весной уже, или надо было днем ехать, потому что тогда солнце большое. А сейчас солнце уже почти село, и там темновато. У нас несколько фотографий есть из Рудакова, из Борисовщины. Вот в первом зале. А я потом в конце покажу, ну, куда это я ездил. Да. Это уже первое. Ну вот Борисовщина, и здесь несколько фотографий Рудакова. Ага. Вот
красная постройка, это Рудаков. Это где? А, вот это вот красное, да? Да, это Рудаковская. Ну, надо будет туда заехать еще. Вот. Ну, Борисовщина, мне кажется, даже поинтереснее. И там можно походить, да? Посмотреть, там еще остались хозпостройки, тоже фрагменты. Там вот известный ученый, инженер, владельцем был Николай Феликсович Стрижемский. Гоголя сочинение переписал одну главу «Мертвых душ». Яна, спасибо. Ну, я вот, надо будет еще день посвятить, сегодня уже хойники поснимаю, а... Потом еще один. Если будет возможность залезть, тут конечно. Башня тоже у нас интересная, водонапорная в этом Борисовщине. Когда строили, привозили специальные кирпичи из Латвии. И для большей прочности в раствор добавляли куриные яйца и кровь валов. Угу. Чтобы сохранилось лучше. Очень даже неплохое состояние. Да, ясно. Спасибо. На второй этаж можете еще посмотреть, что новое хорошо. Да, очень интересно. Я в деревню Колыбань поехал. А меня там на КПП Кирке остановили. Куда я иду? Едьте, говорит, на ровлю. Я на ровлю. Вот, я на ровлю поехал. Мне там, конечно, никакое разрешение не дали. А тогда я потом доехал до Голубовки. Пошел вниз вообще, на юг. И там просто пешком пошел по трассе Чернигов Овруч. И дошел до Колыбани, там поснимал деревню, все, но правда чуть не помер. Потому что воды с собой не взял, а на обратном пути из речки пришлось пить. Ой, лестница, смотрите, какая она еще умная. Ее установили тоже сразу почти после постройки усадьбы, уже тоже больше 100 лет. Вот такая вот, да? Мы наверх не пускаем, по технике безопасности не положено. Не надо. Все, спасибо. Это вот такие они в форме. Ну это солдаты такие ходили, там в костюме посередине. Ну да. Пожарные которые тушили, дезактивацию куда-то проводили уже. Ух ты. Дозиметр. Да. Измерение радиации. Класс. Такие костюмы. Как древние чумные костюмы такие, да. Походу, да? Ну, дети обращают большое внимание. Ну, да. Это советская форма милиционера? Да. Угу. У нас в районе вот 50 на деревне выселено. Это вот сверху название деревень. Да, Весенних. Угу. А это фотографии. Равлянский детский онкологический центр. Это дети, которые заболели после Чернобыля. Ясно. На Равлянский, да? На Равлянский. А в Равлянский. Ясно. Да. Тут тоже этнография. Фотографии раньше в деревнях так все время коллажами вешали. Угу. Сундук. Картье фирменный. Окно тоже из рамы. Самый такой трогательный момент. Ну не трогательный, ну, даже, да. Не знаю, люди, которые пережили это все, когда подходят к окну, смотрят фотографии, бабушка трогает стих, и вот надпись, как люди с дома прощались. И вот кто пережил это, знает, начинает вспоминать, и плачут часто. Ясно. Я сегодня заезжал, вот видел, в пустые дома заходил. Выселили? С разорванными полями. Ну, полами, да. Маленько, да, походил. Это же закрыто, знаю. Закрытая, да. А что делать? Начал с Ветковского района, с Добрушского. Там вообще КПП нету. Да, серьезно. Там же вот это Герардов в Добрушском посетил. И деревня Речки в Ветковском. Там замки такие серьезные. Знаете, наверное, да? Вот.
Ясно. Поэтому не получается всех слушать. Приходится нарушать? Да. Я просто позвонил в прошлом году. Говорю, а сколько билет туристическую? Мне сказали, в первые 200 долларов в сутки билет. $200 в сутки, да. Ну нет, сказали так, можете группу собрать, тогда будет вам... А, в индивидуальную да, спрашивают? Да, нет, ну конечно, а с какую я группу соберу? И главное, что все по избитому маршруту, а мне неинтересно. Я подумал, если что, $300 штраф заплачу. Но так, но так и не пришлось. Покажу, где хочу, да? Да, но пока походил, но еще штраф не заплатил. Повезло вам. Ну да, пока езжу так. А как-то все ну, добрые. Ну, браконьеров тоже много есть в зоне. Ну, ясно. Ловят тоже, штрафуют. Ясно. Ну, все тогда, да? Фотографии спасибо. Еще в коридоре можете посмотреть. Фотографии. Ясно. Свет может включить? Ну. Фотография, собственно. Ну, это так... такое наше место. Ага. Вот это ж где-то это недалеко, да, находится? Это во второй, как ехать на вторую часть города. Ясно. Город делится на несколько частей. Понял, понял, да. Я пока здесь похожу, в этой части. Ясно. Ну, все тогда достаточно. Пойдемте. Да. Despite the fact that this museum is closed, I was very happy that the girl that works in this museum so warmly welcomed me to visit this museum, and she told me that the cashier desk is closed. That's why it is free of charge for me. So, thank you very much. What I would say more. Фонтан русалка. Вы с похода и куда? Что? Вы с похода и куда? А, я вообще иду просто вдоль, вдоль улицы центральной, да, вот здесь вот. А из Гомеля. И памятник воинам-освободителям где-то есть. Вот там, значит, памятник Ленину, да? Да. А где-то там памятник воинам-освободителям есть. А как туда пройти лучше? Вот туда идти или лучше вот так? Ух ты, вы вообще не в ту сторону пошли. Не-не, я и здесь зашел из этого здания просто, а теперь следующая цель. А, вот. Выйти туда, вот туда. То есть до конца пройти, вот до этого всего, ага. Пройти туда. И просто идите прямо. Ясно. Идите на колхозную, и просто идите в обратную сторону. Все понятно, спасибо большое. About the girl, about the direction to a war memorial, because I saw in my open street map that there is a war memorial not far from this place. So, Volinsky is a pretty big city. Continuing to recording it in 1 hour. It is not enough, so I should return to the second part. So this is the other part.
тут не попало. Не, не хотите, не будет, да. А то русалка. Идеально. А, нет, с русалкой будете, конечно, а как же? Это ж фонтан. Сравнение. Я вон раньше писала статьи, потом забросила. Вроде сначала было это интересно, интересно, меня два раза отшили, я такая... Сейчас. Нафиг надо будет дальше писать. Скажу пару слов своим, тем, кто смотрит. This young girl helps me to find a war memorial in the town of Хойники. Сказал, что помогайте мне war memorial найти. Вот. Здорово тут у вас. Пустили в Крывеческий музей даже. 18:45 он уже закрыт. Меня пустили, еще и бесплатно. Во как. Не, у нас такое бывает. Просто они часто заезжают, типа так вот, из высокого чего-то. Ясно. А так просто люди заезжают иногда. Дома у вас такие красивые здесь, все покрашено, все. Здорово. Нет, это определенная улица, это же типа как центральная, правда ведь. И просто ж никому не хочется. Ну, мы ясно. Мы просто не ходили еще на стройку пешком. А что там на стройке? Там пару домов снесли, то есть что-то загладили уже. То есть, если я так подумать, все по-настоящему, целая куча заброшек у нас стояла перед глазами просто. Mm-hmm. И просто их только вот сейчас просто так, давайте мы их снесем. Ну, слушайте, ну место ж нужно, ну давайте снесем. Ну, да. А раньше как-то об этом даже никто и не думал. А если так хорошенько подумать, то даже очень прилично много заброшенных домов есть. Да. Я когда-то снимала тут памятник, я хотела написать статью, что за неуважение к нашим солдатам, нашим защитникам, которые нас защищали, отстаивали наши хойники. Просто реально памятник был в таком плохом состоянии, это было просто ужасно. Вот лично для меня просто пару веток не убранная там. Какие-то цветы, с одной стороны цветы растут, с другой стороны цветов вообще нету. Ну да, да. Кривая ограда, это уже для меня уже траур. То есть это я уже считаю за неуважение. Ясно, ясно. То есть если у нас памятник, вот там вот, где кладбище, на стройку идти, то есть его отремонтировали, там все это сделали, то есть аккуратненько, просто изюминки. Чем хуже там? Ну да. То есть там на плитке надо присматриваться, чтобы увидеть чье-то имя. Что, ну, практически все там уже все готовое. А я сейчас езжу вот по этим районам, да, где вот загрязненный. Так интересно, деревни уже нет, а вот эти вот памятники стоят. Вот особенно интересно, вот в Ветковской области, вот Грусты, речки. Там такие большие памятники, деревни выселены. Одни памятники. У нас тут два памятника на стройку, когда идти, там один памятник Ленину, памятник, памятник танку. Ясно. Когда-то говорили, типа, что его достали из болота. Когда-то говорили. Оказывается, нет. Угу. Мы можем пойти по этой дороге, да. Можем перейти по этой. А как ближе? Ну, в итоге нам все равно надо в ту сторону идти. Да, ну можем давайте туда. Здесь. Давайте, как скажете. Ясно, ясно. Просто некоторые памятники у нас привели в более нормальное состояние. Правда, это я показываю тот, который я знаю, когда ты ходила туда еще, гуляла. Просто даже просто статьи искала, там про что можно написать такое интересное. Писала когда-то про кинологов. Ну, я не буду вам объяснять, кто это. Или вы не знаете? Ну да, знаю. Собака, которая да, работает. Да, да. И меня папа сводил, там так классно, немецкие овчарки большие. Что-то я писала, для чего вообще это служит и чем это нужно вообще, нужно ли это. То есть я написала им, раскатала, разжевала. Такая, даю. А мы про такое не пишем. Если бы они у меня статью забрали, он говорит, мы про такое не пишем, а статью мне брата не отдали. То есть такая, Я, правда, больше после этого не покупала, то есть газеты смотреть, там, печатать, не печатать. Да, да. Просто мне было интересно, напечатают кого-нибудь за меня. Потому что иногда бывает, что забирают статьи, типа, мы про это не пишем, потом от кого-то другого лица вообще это пишется. Да, да, да. Ну, я так подумала, ну да ладно. Зачем мне это надо?
Думаю, потом, когда уже будет интерес, когда уже будет время, уже тогда можно будет писать. Но сейчас я как-то не сильно смотрю. Ясно. А сказать название канала? Конечно. Я и видео вот про хойники выложу там. Ну, сейчас... Я на себя русалочку обязательно хочу посмотреть. Да, да, будет видео там. Будет написано видео, называться так. Хойники Беларусь. Вот, ну, первая часть. И увидите, только все на английском языке там будет подписано. Наш канал. Ничего страшного. Для английского... Для англий... Я для английский, конечно, не очень сильно знаю, но знаю. Вот эта часть будет там вся на русском. Да. Там, ну, иностранцы жалуются, конечно, что я все русские разговоры, пускай без субтитров, ну, совершенно нет времени переводить на английский. Блин, они мучаются, но смотрят. Они сидят дома, пускай возьмут, если им так интересно, просто переводчик включили, все. Ну, переводчик, он так там криво переводит, что я эти субтитры всегда удаляю, которые роботом переводятся. Там просто ужас какой-то. Да, это как самый первый поворот, да? А кто вам сказал, что так у меня есть программка специальная, называется OpenStreetMap. Потом покажу вам. Памятник вот заснимем сейчас. Да, только надо прошковать всю эту улицу до конца. Вау! Ох ты ж! Вы представляете, до скольки я далеко забиралась? Там будет еще дальше, когда пройти вот этот памятник, дальше, дальше, выйти просто до конца, там будет Мальшево. Угу. Просто там, я не знаю, в Мальшево есть памятники, нет, но если у вас есть желание, все, вы можете сходить посмотреть. Я вообще мотоцикл свой оставил в конце Карла Маркса. И пошел с целью такой, значит, иду по Карла Маркса, захожу в парк, иду до этого памятника воина, потом памятник Ленина, ну и назад к мотоциклу. Ну и на сегодня уже у меня программа закончена будет. А вот. Быстрые пешеходные. Ну, на транспорт это хорошо, но пешочком тоже не вредит гулять. Я человек более активный и за, чтобы погулять пешочком. Конечно, это утомляет, ноги болят, но... Тем не менее, подышал свежим воздухом, и не то, что там пробежался 3 секунды, и все. Да, вот так вот. Так, хотя бы еще воздухом дышишь. Ну, не в такое, правда, время. Вечером, вот когда там уже, наверное, с часов 7-8, вот тогда 10 очень хорошо. Ты выходишь на улицу, весь этот просто пар из асфальта, с земли, ты такой, вау. Да, вот так вот. Где-то у нас интересно пора. Много новых людей приезжают просто. Кто на дачу, кто просто отдохнуть, пошататься по хойникам. Кому просто интерес, что за хойники. Но... Я иногда просто лежала с девочками в больнице. Да. И спрашивают, откуда ты такая, хойники? А это где? А это на Луне. Ну, я первый раз в жизни в хойниках. Ну, вообще-то я первый раз в жизни много где. Сейчас. И в Ветке был первый раз в жизни, и в Лойве тоже, и в Брагине. Да вообще интересно, но мне больше, знаете, по нашей Беларуси просто ездить. Не, я в Беларуси просто могу посмотреть обзоры, я просто знаю, где что находится. Угу. Там не конкретно какие там улицы, там, то есть это название, а мне готово просто посмотреть обзор. Ясно. Мне просто этого, ну, как бы на первое время хватает, то есть если вдруг я захочу поехать. Угу. А мне больше интересно посмотреть другие страны. То есть ты, конечно, посмотришь там обзор, там, но это не так просто захватывающе. Ну, конечно. Наш хойник там в Гомеле, просто ты немного уже знаешь об этом, изучал ты это, а тут знаешь, что-то новое просто. У них свои традиции, тоже было бы интересно посмотреть. Что-то упало? Нет, босоножки просто конец. Ясно. Ничего страшного. Ясно. Босоножки у нас такие любительские. Уже вон на шлепках ходили, так приучимся.
вот так раз палец вот фоткайте на снимке, а я пока попробую ножки разложить. Ну да, в другие страны интересно ехать, когда туда приезжаешь. Я первый раз, ну, когда серьезно начал ездить в Азию, приехал в Индию в 2011 году. Прикольно. Ой, влюбился в эту страну. В Калькутту приехал, там везде висят советские флаги, на них сидят вороны, под ними свиньи ходят в Азии. Гудки везде, вот это сигналы. Здорово там, конечно. Мне просто реально много чего интересного. Да. Обзоры — это все хорошо, но это же не то. Потому что в страну нужно приехать. Да, это самому нужно ощутить, посмотреть. Нужно вот узнать. В Индии идешь, там вот у них рынок в Джайпуре бесконечный такой там. Вот где особенно там кондитерка их продается, идешь, и там вот эти вот запахи такие, просто вообще. Да, это просто, это тоже это... не передается. Нет, конечно, это ж по виде. This time I want to show you a war memorial in Хойники. It is written, no one is forgotten, nothing is forgotten. And the memory of living in the village of Valoki, Malyshev, Kalinina. For those who died in the Great Patriotic War in 1941-1944. Here are the names of the soldiers. Отлично, заснято. Спасибо. Я же говорю, не до конца. Что есть цветов, что нет цветов. То повырывали, то не сделали дорожку. Он... А сколько таких памятников в Хойниках? Один? Такой, да. Он даже уже рука отваливается. Если в прошлом году была просто трещина, то тут он пошел. Видите, оружие да, уже да, само да. рассыпается, и рука. Вижу, вижу, я да. Я же жаловалась. Ну, что могут сделать? Цветочки прицепили. Да. Правда, я не знаю кому, но там есть бюст. А, вон, да, точно, сейчас я этот бюст тоже сниму. Посмотрю, что там за бюст такой. Ну, еще до свидания. Да, до свидания. Да, хорошо. Хорошо. Что ты делаешь? Ты маленький лес делаешь? Иди. Ты слишком, да? Очень горький. А кому этот бюст? А?
кто это здесь на бюсте на этом? Это? Дядя. 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 Ну это очками. Да. Дядя с очками. А что вы меня фоткаете? Ну вот. Почему нет? Я не вызову их.
Peter's Poinicky history living area. Попутала вас из Михайлова. I bought some milk for myself. Oh, I want to drink. Memorial, and this one depicts a tank. So these are the heroes of the Soviet Union. The alley of the heroes of the Soviet Union. And here is a tank. Ну что, ребят, танк не заводили еще?
put here as heroes of the labor. Morning from the Republic of Belarus. Today I have arrived to Khojniki. Khojniki is located 110 kilometers from Gomel in the southwestern direction. Here you can see the name Khojniki in Russian, and on the top of this statue you can see the coat of arms of Khojniki. It is written here Khojnikskiy leshoz in Russian, which means Khojnikskiy means belongs to Khojniki, and leshoz means lesnoye khozyaystvo, which is forestry or something like a special organization which cares about forests. I'm parked near Khojniki Museum and I'm going to give this white chocolate to the girl which conducted a wonderful excursion in this park. This park belongs to the area where the interesting building is located, and the museum of the Chernobyl catastrophe is located inside. Так, кто тут гогочет?
I hope I will find this girl today here. Здрасте. Здрасте. А больше сегодня никто здесь не работает? Сегодня никто больше здесь не работает? Да. Тут что, девушка такая молодая была? А что вы какая хотели? Вас интересует? А такая темненькая, высокая. У нас везде съемка плана, кстати, в музее прописана в услугах. Ясно. А где она? Где можно найти темненькую? Настя, что ли? Кто? Кто вы спрашиваете? Такая девушка высокая, такая темненькая. Так нас много таких девушек. Да? Да. Но здесь она есть, а имя не знаю. А вы видели, с ней разговаривали? Да, да. Да, ну, да, 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 да. Высокая, да? Высокая, высокая. Наша, наверное. Она экскурсовод. Да, экскурсовод, да. На выпуск. А где она живет? Вы хотели увидеть? Да. Сейчас я узнаю. Да, если можно, я бы... Честно говоря, вся идея – это подъехать к ней, и я хотел вот ей вот просто отдать шоколадку. Немножко в деревне живет, 5 километров от дома. А, не вопрос. Легко подъеду. Я на мотоцикле. А для чего она вам? О, шоколадку отдать. Да, всего лишь навсего. Друг заревнует? Не, все просто. Все просто, она вам понравилась. А мне эта жена сказала ей шоколадку отдать. Да? Ну, всем нравится. Есть хвойники. And this is one of the хвойники monuments. This is our time scar. This is written police. Different memorials in Хвойники.
Here is a memorial about the Chernobyl explosion. Here are the names of the villages that were settled. I have never been in these villages. No one was visited by me. And these villages are of Khoniki district. Here we see one more war memorial in Khoniki. Here are the heroes of the Soviet Union. Here are the soldiers. The soldiers of Red Army. Brother Graves. 1943. And the Northern Cemetery is also here. With fresh graves, 2016. Today I want to video the second part of Khoniki, the modern part of the city. I just stop here to record a war memorial, and at the same time I noticed another one memorial, which is about the villages that were resettled. I visited some resettled villages in Dobruzh district, in Vietka district, in Brakin district, but I have not visited even one village in Khoniki district. I mean, resettled village. Okay. There are many villages, many. Chernobyl had a great effect, bad effect on this area. Comparing with World War II, concerning these southern districts and the Gomel region. This time I want to record the living area of Khoniki.
Не вас. Recorded the living area of Khojniki in the previous part of this video, but that living area is located in the old part of that city, and here I'm located, and now I'm located in the new part of the city. You should know that in Khojniki there are two big parts of the city: southern old part and northern new part. This time I'm located in new part, in the northern part of Khojniki.
statue with the storks. Lovely figures, wooden figures of monkeys. So this is the northern part of Hojniki city, of Hojniki town. And here is the living part. This part was constructed, was built in 1960s, 1970s, and every part of that Khrushchev time or that Brezhnev time are the same in Gomel, Mozyr, and Hojniki also. Here you can see a children garden. What a lovely park with big trees amidst Hojniki town. Big trees and crows are everywhere. Here in the park, it is not just a park, it is something like an old cemetery. Do you see an ancient grave? This man, this Jew, was died in 1982, in 1962. So this park is an old Jewish cemetery, not just a park.
our cities were built right on the graves of other people. Apartment complex. Such wonderful birds. Such wonderful birds. Such wonderful birds. I wanted to see one. There are many birds. Dates of 1960s and 1970s. Bringing me memories, but these are times. School and school garden.
свою історію, Падлен комплекс. But I guess it is still from Khrushchev times. Middle Eastern times. Not later, Brezhnev. I guess so. This is an ordinary school. Everything is in its order. Let me look on this monument, which was established many years ago on the territory of this Khojniki school. So this is a girl, she's sitting and she's thinking. She's sitting while reading a book. So wonderful. When I will meet someone, I will try to ask in Russian where to find a grocery store, because I want to buy some milk, because it is very late now. It is 10 minutes to 7. It is 10 minutes to 7, but I ate only breakfast today. My wife prepared me yesterday potato, boiled potato, and she warmed up that potato for me with 2 eggs. And that is all. So this time I want to find a grocery store.
seems to me that I found myself. The grocery store. Let me try to buy more. Здрасте. А молоко продаете, молоко? Конечно. А где оно? А вот там. А вы снимаете, да? Да не, я улицу снимаю, а сюда я просто за молоком зашел. А какой вам процент выдали? Побольше. О, 3,2. Максимальный, да? Больше да. Нет? Да. Ну ладно. А в бутылках нету большего? Нет. Ясно. 3,3. 3,3 есть, да? Угу. Давайте, наверное, я в бутылке возьму 3,3. Отлично. Здесь рассчитываться, да? Да. Давайте. Рубль 61. Угу. Okay, I bought this meal in the grocery store. It cost, this meal cost about 1 ruble 60 copecks. It equals 70 United States cents. About 70 cents. And part of the video I bought the bottle of milk for me, which cost 70 United States cents, and I'm ready to finish this video about Hojniki. Reminds me the area of Rommel where my grandmother lived.
she died in last year, in October. Few days after she celebrated 90th anniversary. So 9 years old. She was the oldest of my grandparents. So Hojnik is a tiny and lovely city. I'm happy I visited this town.